В Алекминске отметили День Алан-Хо. Как отмечают организаторы праздника, одна из главных целей – это привлечь молодое поколение, передать им национальные традиции и культуру. Подробности далее. Практически все, что было представлено в этот день, мир народа Саха, традиции, уклад, передаются от далеких предков. Богатый на блюдо стол отнюдь не дань праздника. Плотная и жирная еда необходима, чтобы пережить суровые зимы, а ягоды – источник витаминов. Часто это бывает осенью, когда самые первые блюда бывают это хан, это из конины, из скота, потому что это готовят после забоя, а теперь самые вкусные блюда – это хан. Да. И еще вот саламан. Это, кажется, самое традиционное. Это когда рождаешься ребенок, когда праздник дома, на новый дом, или когда на праздниках, всегда готовят саламан. Особенно радовало участие молодых представителей сел. Именно так цепочкой традиции уходят дальше и приобретают больший смысл. Для молодежи это важно, чтобы знать традиции своего народа, Алан-Хо, изучать Алан-Хо, воспитываться на Алан-Хо, так как она взаимодействует с нынешним мировоззрением и также жизнью среди нашего поколения. Елена Фастенберг, Саха, Алекминск.